Всем привет, с вами Фред. Продолжаю проходить халву. Это уже будет какая? Седьмая часть. Так, в прошлый раз остановились, ну, скажем, здесь. Я просто там сохранение меня немного напутал. Ну, чуть-чуть придется еще пройти, вспомнить старое. Да, у нас сейчас ничего не выйдет. Надо как-то уничтожить сначала этих вояк. Где они? А нет, их похоже. Так, отлично. Блин, что делать с этим вертолетом? Надо как-то его обезвредить. Так. Он стреляет своими ракетами. Он прямо как эти. Ну. И стреляет, и стреляет, и стреляет, и стреляет. Я уже не могу просто. А тут у нас сейчас это рыба будет. Тихо-тихо-тихо. Надо подхилиться. Так, сохранение. Сохранение. И что-то мы сделали, походу. А что непонятно? Ну, надо срочно спешить. А то нас сейчас съедят. Вот, блин. И куда тут? Не понял я. Я вообще ничего не понял сейчас. Она это... Тут это вот так надоедает. Она тебе ничего тупо не дает сделать, она просто и долбит тебя, и долбит, просто уже ты не можешь. Ну, две тыки, все, минус, там, вот я сколько она мне снесла первой тыкой, ой, так. Надо как-то от нее избавляться. А может ее просто забить попробовать? Монтировка как ту. Но она ж мне ничего сделать не даст. Она ж просто долбить меня будет. Алло. Ну, просто она меня долбит и долбит. Реально ничего не поделаешь. Она просто надоедает. Капец. Вот что это такое? Как с этим бороться? Так, короче. Вертолет помог мне добить ее. Так, здесь уже кнопка нажата.
немного воздуха хлебнуть и дальше. Вот и как? Это ж просто, это нереально, он задыхается. Он задыхается быстрее, чем я успеваю открутить вентиль. Он прямо очень быстро, ну, на поверхности меня долбит вертолет. Ну вот что это такое? Просто мне не хватает времени. Как? Это все. Я просто не понимаю. Ну, я даже на поверхность не успела выплыть. И все, я уже умер. Ну, и этот тут, этот вертолет. Короче, это просто замкнутый круг. Так, я уничтожил вертолет. В общем, я его просто из оружия расстрелял, чтобы он не мешался. И теперь надо что-то сделать с рыбкой. Она чё? А, она не застряла. Я уж подумал, блин. Этот вентиль находится так глубоко, что просто не успеваешь ничего сделать. Так, в общем, рыбу я уничтожил. Я уничтожал вот это все, и я тут страдал фигней минут 15. Минут 15 я пытался вот это все сделать. Так. Откручиваем и быстро, 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 быстро. Так, а быстро не получается. Пятнадцать, десять, пять. Так, есть. Ну, по крайней мере, мы живы. Но надо все равно как-то вот это открыть. Так, тихо, тихо, тихо. Давай, давай, 10, 5. Есть, жив, 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 жив. Все. Это открыли. ХП. В смысле? А оно закрылось. А может до конца открывать и не надо тут? Я вообще ничего не понимаю, что делать надо. Тут тупик.
просто тупик. Там идти некуда. И тут тупик. А куда идти? Так, в общем. В прошлый раз, походу, правильно все я делал. Надо было туда, но там, короче, под вентилятором просто, под лопастями пролезть надо, и все. Нет, это мало. Давай, 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 давай. Опа. Есть. Так. О, ученый. Нет ученого. Так, хорошо. Так, запись идет. Идет. Со звуком в этот раз тоже все нормально. Больше ничего не должно пропадать. Я на это надеюсь. Вот так. Так. Ящички. Вроде бью деревянный ящик, а звук как будто у металла. Так, как ты туда? Опа. Допрыгнули. Батареечка, аптечечки. Сюда теперь, походу. Наверх. Еще один вертолет. Сколько здесь этих вертолетов? Жужжат и надоедают. Вообще комбо. Ну, стреляют, жужжат. А, ну все, вроде улетел. Блин. Начинается. Загружают меня, конечно, отсюда. А что делает этот вентиль? Так, лезу, так лезу. Опять. Он мне что, с ноги вынес? Нифига себе. Он меня взял просто с ноги вынес. Капец. Так, 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 тихо, тихо, тихо. Хорошо. С этим мы разобрались. Сохранение. А зачем нам болты для арбалета, если у нас самого арбалета нет? И что это было? Я не понял. Что сейчас было? Он немножко повернулся и все. И больше не поворачивается. О, это что у нас? Для дробовика и
Подствольная граната. Ну, для подствольного гранатомета. А куда идти-то? Так, вот здесь как-то дырка. Пролазим. Загрузка. Значит, это опа. Это что такое? Бугорок. А, из бугорка хоть краб появился. Будем знать. Так, у меня сейчас загружается видео уже. 19%. Шестая часть загрузилась. Это хорошо. Но седьмую часть вы увидите после шестой. Так что эта информация бессмысленна. Так, тут есть люк. Куда он ведет? Да ёкарный бабай. Сколько не стреляй. Сколько ты будешь стрелять? Ём, и так точно попадает. С таким-то разбросом так точно попадать. Но мне кажется, это трудно будет. Тут орёт. Ух ты ж, нифига себе. Ай. Еще одна вот эта тентакля. И как ее можно уничтожить? Меня уничтожили. Кача, походу, уничтожить нельзя. Или можно? Так, здесь она меня достанет? Так, здесь вроде не достает. А если не достает, это хорошо. Ох, этот крабик. Появился и сразу исчез. Тут есть вот эти вот тараканы. Может, их попробовать пособирать и на него просто натравить? Нифига я его высоко. Ой, да что не так? Да сколько бомбить-то будет? Это ведет загрузка. А, и мы приходим вот сюда. То есть мы могли сразу сюда попасть, получается. Ее, в принципе, уничтожить можно. Так, в общем, надо кое-куда вернуться. Вот сюда. Тут этот вентиль. Его надо покрутить, но он что-то не крутится. О! А откуда вот это? И здесь же не было вот лазера. И здесь лазера не было. Чё за приколы? А, все, вот это открыто получается.
Теперь надо перепрыгнуть проволокой и все. Оба. И мы внутри. А это ломается. Это ломается. Клопы бегают. Не понял. Ну, ты будешь залезать? О, все. Ух ты ж, нифига себе графон. Вы только посмотрите на эту графику, вот эту 2D картинку. Так, где там? А, это турелька. Ага, отсюда начинаем. Вот здесь сохранимся. Так. Этого тоже уничтожаем. Сохраняемся. Убери-ка пистолетик. Оба. Может быть, как всегда, знаете, куда пойдет. А спуститься? Спуститься как? Блин, убили. Ну, неудивительно. Так, теперь мы его убили. Ой, главное не упасть, а то опасно. О. Так, а теперь... Ага, вот сюда. И чё? Мы умерли, ну типа... И в этом весь план? Да, сколько у меня? 34 хп. Почему я умираю? Двадцать два хп. Зашибись. Обмана. Сохранение. И не зря. Оба. Так, теперь аккуратно надо как-то спуститься вниз. Вот. И оба. Так, хорошо. Они не провалятся случайно? Опа, ломается. Успели все-таки пройти. А, мы сюда пришли чисто за батарейкой, я понял. А, можно... Можно было просто по вот этой арматуре пройти и все. У меня опять с кнопкой, как всегда, проблемки. Вот я его здесь вообще сейчас не ожидал, если честно. Вот гад.
Так, перезарядочка. Оба, ваншот. И еще один ваншот. Оба, аптечка, аптечка. Батареечка. Еще аптечка. А это что? Ух, нифига себе. Базука. И еще патрончик. А сюда можно? Не, сюда нельзя. Воу-воу-воу-воу-воу. А, она еще и с лазерным наведением. То есть я могу просто вот так лазером указывать, куда ей лететь. Но вот эти текстуры, это просто, это что-то с чем-то. Ну хотя для какой-то там либо 98-й, либо 99-й год, это, в принципе, это был, наверное, какой-то прорыв и все такое. Half-Life. Наверное, просто там такая прорывная игра была. Что все офигели. Какой тут графон? Это вот на момент 22 года, ой, уже даже 23 года. Текстуры, конечно, такие себе, но сама игра, она легендарная. То есть сама игра, это просто шедевр. И текстурки, то есть даже, в принципе, текстуры даже хорошие. Не такое же говно. Вот, и у меня же есть Valve Complete Pack. Я поиграл в Half-Life Source. И там, в принципе, просто взяли обычную халву, запихнули туда вместо, вроде, вот, Half-Life, Half-Life, Contra, потом Counter-Strike Condition Zero. Они идут вроде на движке Gold Source. Это почти как обычный Source, только, ну, типа бета-версия какая-нибудь, не знаю. Так вот что. Там текстуры, ну, сделали их чуть лучше. Сделали отражение. Но отражение они там почти на всех поверхностях. Но фонарик из второй халвы, прямо как там вот, фонарик, он офигенный. Вода нормально тоже из второй халвы, все взято. Так, мы его уничтожили. Запись идет. Хорошо. Вот, то есть, вот тут, я уже говорил ранее, он просто светит на 3 километра и, ну, эффект такой себе. А фонарик именно должен по бокам светить. Так, загрузочка. Я что, застрял? Алло. Так, хорошо. Чё происходит? Я просто застреваю. Вот. Надо было просто ровно пройти и всё. Ой. Не понял. Это что, это розыгрыш какой-то, пранк? Я вылез, а тут меня сразу расстреляли. Пранк века. И как? Вот как я им должен противостоять? Я один, а их море. Их дофига.
Так ладно, мы сейчас тоже прогоним. А нет. И что делать? Нифига себе. Он просто взял меня, как всегда, из подствольного гранатомета шмальнул. И все. Короче, они такие надоедливые, я не могу просто. Да ну здесь. Здесь то же самое. А у меня 3 хп всего. Ладно, вот здесь вроде сколько их там? 1, 2. Да капец, это ж нереально. Ну и что мне делать? Да и их просто тьма, это невозможно. Невозможно, алло. Короче, у меня что-то да получилось. Я их немного перебил. Ух, нифига себе танк. Так, это что-то новенькое. Танчик. Танк онлайн. Танкист, блин, этот. Нам сейчас. Супер. Конечно, супер. А кто? А откуда он взялся? Ах ты, говна кусок. А, он, возможно, нас и убил, кстати. Да, он, скорее всего, нас и убил. А я его могу убить? Танк. Постреляйте. Ай-я. Стреляет он, конечно, капец. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Так, хана нам чужим. Ладно, засейвимся. Ну да. Так, здесь никого нету. Это хорошо. Короче, берем базуку. И вот так вот. Опа. Бабахнули. Подорвали пукан танкистом. А здесь что? Здесь, ну, как обычно, ничего. Это металлическое. Так, сюда нам не надо. А куда нам надо? Так. Может сюда? Нет. Не сюда. Тут есть вот это. Что она сделала? Что-то открыла. Что от... А, вот.
Так, чую, сейчас опять жопа будет. Опа, еще один. Что я сделал? Так, ладно, отсюда загрузимся. Тут, в принципе, быстро. Так, башня у него тоже поворачивается. Нифига себе. И что с ним делать? Капец. Я ж... я не танк, я ему ничего не сделаю. Так, быстрее. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Блин. И откуда? Отсюда. Ну, зашибись. Так, ну, дошли быстро. Хорошо. Обезвредили. Опа. Оба, оба, оба. Лут. Залутали. Гранатка. И теперь сюда, да? А, нет, здесь... здесь тупик какой-то. А куда тогда? Обратно, что ли? А как танк-то уничтожить этот? А если попробовать снизу закинуть ему? Да хитрён батон. Отлично. Подорвали. Как открыть дверцу? А, она сама открывается. Ну, раз сама открылась, ладно. Так. Ой-ой-ой-ой, тихо. Ой, мины. Надо как-то мины обойти. Оба обезвредили. И это обезвредили. А здесь есть? Здесь, может, нету. Зачем минировать территорию, на которой ходишь сам? Или это не вояки заминировали? Опа, охранник. Держись. А кто? А-а-а. Нифига себе. У него там что там, снайпа какая-нибудь?
dying out here. Please help me. Так, ну я его, по идее, обезвредил, снайпера этого. Не понял, что произошло. А, я на мину, походу, наступил. Ладно, где тут мины? Одна. Одна и... Вторая. Я ж туда стрелял. Алло. Чё за прикол? О, дробовик же стреляет дровью. И у него радиус поражения, в принципе, нормальный. Вот, мы так разминируемся. Так, тут вроде все нормально. Как так? Где-то тут получается. А кто? Я не понял. Меня кто-то, короче, убил. А, вот он, этот говнюк. Ну, вроде все. Не все. Слышь, ты снайпер. Вот теперь точно все. Это чё? Ага, вот мина. Так, это током бьется? Это не бьется. А, с этим все нормально, значит. О, нифига себе, он высоко прыгает. Надо как-то это обесточить, походу. Непон. А, здесь дверь. Тихо. Так, здесь вроде мин нету. На первый взгляд. А если я начну идти вот здесь, меня током шибанет? Да, током бьет и сильно. Значит, нужно в какое-то другое место. Здесь не открывается. Здесь тоже. А здесь что это? И здесь. А идти куда? Везде все закрыто. Тут закрыто. Закрыто. Я вообще ничего не понимаю. Такая игра, блин. Не, игра классная, но тут фиг что поймешь. Подожди, я сейчас гулял по минному полю. И не задел ни одной мины. Текстурка лагает. Так, уже 45 минут. Ну ладно, давайте в этот раз часик. Так. Значит, вот это надо уничтожить.
И тогда электричество пропадет. Вот так вот. Все, электричество пропало, теперь можно наверх. Так, хорошо. О, ученый. Что он здесь делает? Не понял. Что произошло? Аптечка. Мина. Сейчас обезвредим. Не понял, что произошло. А вот так попробуем. Нет, все равно не помогло. А здесь у нас что? Ящики. Есть идея. Просто... А, нет. Так, сейчас тогда кинем взрыв-пакет. И спрячемся в эту комнату. Что я сделал? Ой... Не на эту кнопку нажал. Ладно. Еще попытка. Нет, мы все равно умираем. Значит, все-таки надо пройти честным путем. Так, оба. Жаль, что его забрать, походу, не получится. Так, аккуратненько. Здесь что? Опять ящики. Пустые. Ага. Ловушка Джокера. Опа, ракеты. Опа, нифига себе. Короче, надо аккуратно обезвредить хэдкрабов, чтобы они ничего не задели, иначе все взлетит. Он даже на ящик запрыгнуть не может. Ну, может. Раз, два. Хорошо. Минус один. Раз, два. Минус второй. Он даже из него пар идет. Ой-ой-ой, тихо-тихо. Здесь ничего двигать нельзя, короче. Здесь все заминировано. Алло, я ж не задевал. Вот так. Все хорошо. А, здесь закрыто. Чё с кнопкой? Так, тут лазеров нету. Это не заминировано. О, у меня есть идея. Гениальная идея. И это тоже. Так.
Супер. Так, в общем, я запрыгнул на мину и перепрыгнул. Отлично. Все, так, еще, короче, минут 9 и закончим. Нифига себе, что это. В общем, возникли небольшие технические неполадки. Запись оборвалась. И я не знаю, что, ну, произошло. Ну, а давайте закончим вот так. Всем удачи. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Встретимся в следующей серии. Всем удачи, всем пока.